блендер погружной, где 5 в одном. Это многофункциональное устройство. Взгляните. Оля! А это мой. Нет, ты обними меня лучше. Обними меня, а я обнимаю в этот блендер. Итак, дорогие друзья, посмотрите, сколько деталей полезных. Это настоящее устройство, которое мелит, взбивает, измельчает и готовит прекрасные напитки. Пюре. О количестве деталей. Друзья, вы знаете, я действительно вижу, сколько, какие варианты есть в магазинах. И я вам смело заявляю, наш набор – это максимальная комплектация. Слушай, больше просто не существует. Конечно, дорогие друзья, конечно же не существует. И, Оля, у меня к тебе сразу вопрос. Давай. Тебе приходится, дорогие друзья, и вам тоже вопрос. Вы приходится готовить котлеты? Вот рассказывай. Да, ну слушай, в блендер ты прям жилками. Жилками. Сразу свинину такую сочную. Смотрите. И... Поехали! Совершенно верно! Посмотрите, как я измельчаю с легкостью, дорогие друзья! Посмотрите, как измельчает просто и легко, и у нас настоящий воздушный фарш, дорогие телезрители! Несколько движений, все! Друзья, полноценный аналог мясорубки и целый комплект, обратите внимание, вот именно эта чаша, это полноценная замена мясорубки, нож подходит для того, чтобы делать фарш из любого мяса, и, конечно же, есть еще другие насадки, о них мы подробнее расскажем чуть позже. Олечка, давай отвлечемся и посмотрим. Посмотрите, какой однородный фарш. Все прожилки сбиты. А все сбиты. Видели, да, все видели. Посмотрите. Там были прожилки, там, да. Были там был жировой слой. Ну вот котлеты, смотрите, тефтельки, все, что хочешь. Кстати, для детского меню великолепно походит суп-пюре из кур. Дорогие друзья, детям обязательно надо это делать. Это самый мощный блендер, правда? Совершенно верно. Слушай, но мы показали вам сейчас самую небольшую емкость, это 850 миллилитров. Слушайте, но вот эта уникальная чаша 1 литр 250 миллилитров, дорогие друзья, подходит для всего, потому что здесь легко измельчить даже суп-пюре. Посмотри, какая она высокая и большая. Итак, она же хотела рассказать. Нет, Олег, я, да. Знаешь, думаю, что эту чашу лучше использовать для каких-то напитков, для правильно. Супа, а для супа-пюре, друзья, я бы использовала вот эту насадку. Совершенно верно. Прямо, Олечка, в кастрюлю. Конечно, можно по назначению, но посмотрите, как удобно. Во-первых, она же хотел сказать. Вот это удобная перекладина, которая измельчает и не дает ничего прилипнуть на стенки вот этой прекрасной чаши. То есть это в однородную массу измельчает. Вот, кстати, в качестве доказательства, дорогие телезрители, посмотрим, давайте. Я сейчас... котлеткам. Да, котлетам мы приготовим соус из настоящих помидор. Кстати, Олег, вот ты мне давал совет, как снять с помидор кожуру. А, скажи, это очень просто. Давай я расскажу, и будет, наверное, очень интересно. Дорогие друзья, зашпарить помидоры, это очень просто. Вы скипите воду и, конечно, сделали надрезы, зашпарили, буквально через секунду перекладывайте в холодную воду, можно ледяную, и у вас кожа снимается легко. И все, друзья, с этого момента вы готовы делать с помощью этого блендера потрясающие соусы, томатную пасту. Кстати, все, заканчивайте, прекращайте покупать томатную пасту из магазинов. Там куча вреда консервантов, там куча химии. Вот будет ваш домашний соус. Слушай, ну я вот буквально, смотрите, вот несколько, смотрите, движение измельчает моментально. Все, готов соус у нас. Слушай, готов в магазин за томатной пастой и то дольше сбегать. Слушай, я вот этот соус, мы, кстати, можем не только котлетам, но и, конечно же, капусте подавать, которая у нас готовится в мультиварке. Смотрите, измельчили в однородную массу. Итак, друзья, и это тоже не все. Давайте еще раз глянем на полный набор. Полный набор этого блендера, это максимальная комплектация и минимальная цена. Посмотрите, сколько всего вы получаете в комплекте. Да. Абсолютно все, что вам нужно, все здесь уже есть. Друзья, поспешите, потому что ограниченное количество этих блендеров и цена действует только сегодня. Олечка, я хотел дальше продемонстрировать. Дорогие друзья, хочу продемонстрировать вам вот эту прекрасную насадку, которая входит в комплект. Вот, давайте, вот. Друзья, обычно Олег делится рецептами, но я думаю, рецепты со стороны хозяйки тоже нужны. Да. Я вам хочу сказать, что вот эта насадка, она уникальна. Почему? У меня был предыдущий блендер, у меня была пластиковая насадка. Так. Она у меня начала плавиться, как только я ее опустила в кастрюлю с только что вскипевшим супом. Эту насадку вы можете прямо в кастрюлю с горячим супом опускать. Слушай, ну я вот сейчас хочу продемонстрировать горячий напиток. Дорогие друзья, смотрите, я заливаю ягоды, я заливаю жидкий мед. И, кстати...
еще раз внимание, посмотрите, я беру горячую воду из кипятка. То есть здесь есть фуцер, посмотрите, видите, он сразу запотел и пошел пар. А с нашим стаканом ничего не произошло. Мы готовим с тобой прекрасный, чудесный, полезный напиток. Итак, друзья, сколько возможностей у вас открывается перед вами? Какие вы блюда можете готовить? Подожди, амятку. Слушай, сколько действительно различных вариантов, да, для того, чтобы готовить. Этот блендер откроет вас скрытые способности, друзья, ваши таланты. Вы знаете, сколько комплиментов вы получите, как здорово вы готовите. Совершенно верно. Итак, дорогие друзья, посмотрите, все однородно, красиво. Вот они, полезные витамины. Кстати, а скоро осень. Да, друзья, а еще есть хитрость. Друзья, у нас очень мало времени на сегодняшний эфир, поэтому смотрите, если вы, допустим, спешите, да, как мы, и не успеваете выпить весь коктейль, то смотрите, какая здесь есть хитрость. Хочу с вами поделиться. Слушайте. Вот эта крышка, стойка является еще и крышкой, и вы совершенно так можете отправлять прямо. Итак, дорогие друзья, посмотрите, с этим удобно хранить. Посмотрите, как удобно и легко. Я еще раз напомню, друзья, это максимальный набор, это максимальная комплектация, это оптимальная мощность, это экономия электроэнергии, но при этом мощный блендер для того, чтобы даже рубить мясо. Совершенно верно, он справляется с супом, пюре, приготовлением детского питания, может готовить смузи, горячий напиток, любой холодный напиток, даже добавляя лед, потому что здесь можно все измельчить.